Друзья, время уже позднее, Ольга уже спит. Я вспомнил, что я за сегодня не записывал видеоблог. Видите, 13 января 2019 года, воскресенье. Сегодня еще пока есть, через 19 минут все, день закончится. Все, 30 секунд и я заканчиваю. Вы у меня спросите, как прошел день. Я вам скажу, день прошел хорошо, в расслабленном ритме. Вечером мы запилили трансляцию, стрим. К черту эту гордость, да. Вот. Весь вечер стрим. Ольга, пока я стримил, успела цветочки пересадить. В том числе и этот, видите? Он стал такой чуть-чуть менее густой. Вторая часть цветочка стоит вон там, видите, вдалеке. Вот. Видос будет короткий сегодня. На этом все. Пора баньки. Я иду купаться и баньки. Все. Всем пока. Всех целую, обнимаю. Arrivederci. Алло. Да. Дела хорошо, привет. Кто? Они, по идее, должны тебе позвонить. Конечно. После обеда. Если часа в 3 не наберут, надо будет самому позвонить, уточнить, где звонок. Ну, все правильно, да. Не, ну, в номере заказа твой же номер фигурирует. Тебе и будут звонить. Конечно. Конечно, конечно. Я видос монтирую. Это хорошо. Ну да, я позвонил, сказал, чтобы это бронь перенесли на завтра. Он говорит, хорошо. На то же время, я говорю, да. Ну, для этого же и существует подтверждение брони, понимаешь? Я звоню и либо подтверждаю, либо отменяю бронь. Вот там фишка вся. Все намного проще, конечно. Да. Да, хорошо, давай так и сделаем. Да. Скажи, где звонок, елки-палки? Я вас это жду. И я ей говорил об этом, конечно. Да. Ну, суетились, конечно. Давай-ка, трудись-ка. Угу, пока. Ольга звонила. Узнает, что-то как. Дела. Не уеду я сегодня, ребята, в Калмыкию. Вследствие того, что один из планируемых к покупке товаров сегодня вряд ли приедет в пункт самовывоза, понимаете? А нам, точнее мне, без него ехать домой, ну, не вариант вообще. День у нас сегодня 14 января, 2К19, понедельник. Время сколько тут? 11:40. Монтирую видос, где я шпаклевал стены, видите, перед поклейкой обоев. Также там розетку делал. В общем, вы видели все сами. Ой, сейчас надо подтянуться срочно, подождите. Хорошо, какая... Прям что-то затек. Целый час сидел неподвижно, представляете? Кошка! Может, тебе капнуть лекарство, а? Кошка! Давайте капну лекарство. Так, лекарство. Гестренол. Капля. Гестренол для регуляции половой охоты кошек. Ну что, котеночек? Ой, пошли, котеночек. Ой. Меф, меф. Ложись, ложись, кошка. Ложись, ложись. Не бойся. Ой, тихо, 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 тихо. Ой, тут, спокойствие. Ой. Нет, не так. Что ж ты такая вся? Ой, ты уже чувствуешь, наверное, да? Ладно, будем пробовать другой метод. Ой. Ложись сюда. Давай. Опа. Так. Вот так. Вот ты молодец. Ну, смотри, какое... Ой, умница. Ой, вот на эту сторону, вот. Лапку надо засунуть обратно, кошка, давай. Лапку сюда, молодечек. Забаррикадировали лапы, хвост, ноги. Ротик открываем, Вот умница. Молодец, все, гуляй. Вперед из песни. Будем надеяться, что капельки помогут. Да, кошка. Меф. Первую часть 17 декабря я смонтировал, ребята, видите, идет сохранение уже 78%, 79% сохранилось, еще буквально 20% и можно будет ролик обзывать, заливать на YouTube, делать картинку, теги, описание, все дела, да, кошка? Монетизацию ставить. Вот, я тут подумал, что, наверное, пришло время покушать, потому что, смотрите, сколько... Половина первого. Самое время пообедать, конечно. У меня тут уже разогрелся борщик зелененький. Не знаю, смогу я одной рукой унести или нет. Давайте попробуем.
Так, давай, родной, успел. Выдержал все-таки. Отличненько. У меня, значит, сегодня на обед. Смотрите, зеленый борщ. Это у нас на юге называют зеленый борщ. А так он, наверное, называется все-таки щавелевый супчик. Вот, надо бы его немножко подсолить чуть-чуть. Вот, а к борщу у меня такие небольшие бутербродики, состоящие из хлеба, колбасы, сыра и майонеза. А вот это вот, видите, какой-то странный хлеб, вы скажете. А что это такое? Точнее, вы спросите, да, что это такое? Какой-то странный хлеб у тебя здесь. А я вам скажу. Это была лепешка под названием пита турецкая из муки второго сорта. Это Ольга на днях, значит, притащила с работы, говорит, я ее там покупала для того, чтобы пообедать этой питой, в ней мало калорий, и типа я же худею, там все дела, да. Принесла я, значит, эта пита уже лежит все выходные в хлебнице. Я думаю, блин, ну дабы продукт не испортился, надо бы его доесть. И вот сейчас впервые в жизни буду дегустировать питу турецкую из муки второго сорта. Приятного мне аппетита. Ну вы знаете, ребята, вполне съедобная пита, я бы так скажу. Все, кушаем. Алло, да. Ты хочешь, чтобы я позвонил? Ну да, 3 часа, где, блин, звонок обратно. Сейчас наберу им тогда. Угу, хорошо, давай. Добрый день. Хотел бы узнать судьбу заказа. 217. Супер. Когда его направят на пункт самовывоза? А, завтра, да? Ну, то есть, мраморный цвет есть, все нормально. А, мой номер вам сказать? Ну, можно с обоими общаться, просто она делала заказ. Да, давайте так и сделаем. А, когда ожидать? С утра. Угу. А вот такой, знаете, вопрос есть. Вот сумма здесь указана 867 рублей. Это конечная стоимость? Либо какие-то еще будут... То есть, у вас доставка до Братиславской 3, это как бы не надо нам платить. Угу, понял вас, понял. Оплата наличкой у вас или по карте можно? Только наличными. Угу, я понял вас. Все, спасибо большое. До свидания. Алло, да, позвонил, дали добро. Ну что, все хорошо? Нет. На складе у них есть мрамор. Завтра утром привезут ее на этот... пункт самовывоза. Ну, до обеда сказали. Угу. Как только нужный нам товар будет в пункте самовывоза, они нам позвонят, тебе, скорее всего, и сообщат, что можете приезжать. До обеда это до 12. Она сориентировала, что около 10, там, 10-11 утра. Звонок. Да, конечно. Вот-вот. Угу. Хорошо. Борщ. Нет? Да? Так точно. Да? Ну, давай. Ты, походу, заработалась уже. Понятно. Все, давай, пока. Трудись. Угу. Кошка, ты чё реагируешь, а? Я ж тебе закапал капли сегодня с утра. Котёночек. Ой, чудовище, блин. Алло, да, здравствуй. Нет, завтра. Планы изменились. Ну, я забронировал. Но там нужно в день выезда с 9 до 12 подтверждать бронь. Если ты не позвонил, бронь снята. Если ты позвонил и сказал, что бронь окей, окей. Если ты позвонил и сказал, что отменяется, то отменяется. Я позвонил, сказал, что перенос на завтра. Такие пироги. Дела хорошо. Ты как? Ну и хорошо, что все хорошо. Так что я завтра, да, выеду, а дома буду послезавтра. Ну, так же в 3. Ну, сегодня не надо. Господи, пельмени сделала. Засунула в морозилку, они там лежат на всякий пожарный случай, и все. Давай, пока. Матушка волнуется, переживает. То, что я ей вчера сказал, что выезжать буду сегодня. А время-то уже 4, а я еще и не выехал. И не написал ей, и не позвонил ей, короче. Да, вот так.